Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Откуда вы? Из Питера. Из Петербурга. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы о том, что в Петербурге вот уже более года как издана книга «Уроки жонглирования булыжниками»? Нет. Нет. Хотелось бы вам узнать, что это за книга. Увидеть ее, полистать? Может быть. Может быть. Вот эта книга. Пожалуйста. Ребята, вот только что вы прочитали отрывок из книги «Уроки жонглирования булыжниками». Ваше впечатление? Ну, это книга для юного возраста, на самом деле. Да, я считаю. Для какого? Ну, например, школьного. Потому что тут... Ну, интерпретируется смысл вообще в простоте. Вот, он не в серьезных вещах, таких вот, более легких для понимания. Mm-hmm. Вот. Поэтому да, взрослым, думаю, будет неинтересно. Для школьного возраста 12+, 13+. Где-то так, да. 12+. Окей. Спасибо вам большое. Снято. А ваше впечатление, девушка? Я думаю, для всех подойдет. Ну, не только для школы, на самом деле. Да? Mm-hmm. Ну вот, конечно. Поставите лайк книге. Поставлю лайк. Прямо сейчас. Спасибо вам большое.